Оба. Всем привет, с вами доктор Влад. И сегодня у нас пойдет разговор о том, как сбавлять лишний вес, когда у вас, ну, не такой большой перевес, скажем так. Уж не очень вы толстый, не очень вы жирный такой. Вот. А когда нужно сбавить, ну, совсем чуть-чуть. Как говорится, просто чтобы лучше выглядеть, ну, и вообще похудее немножко быть. Тут... Ну, я начну сначала. Когда-то, очень давно, во мне был максимальный вес 260 фунтов. Вот. Ну, я все в фунтах говорю. Ну, потом можете пересчитать, или я на сайте там сделаю пересчет. Вот. Один фунт – это 460 примерно граммов. Вот. Ну, то есть, далеко за 100 у меня был вес. Вот. Ну, потом путем неимоверных усилий, вот, я его сбавил до 245, но, знаете, это было все так, это бессистемно. И вот, когда я уже начал писать вот эти ролики, у меня был вес 245, и уже целенаправленно совершенно за 3 месяца я сбросил, за 3 месяца, по-моему, или поменьше даже немножко, я уже сейчас, тоже это давно было, я начал с декабря прошлого года. Вот, ну, так или иначе, я сбавил, сбросил 35 фунтов. Вот эти 35 фунтов пошли более-менее хорошо. То есть, я занимался спортом, я меньше кушал там и так далее. И постепенно-постепенно вес сходил и дошел я до 210 фунтов. Так? А вот потом уже начались сложности. Я делал то же самое, но вес как встал, так и оставался. Ну, тут, конечно, можно сказать, что у меня... появились мышцы, которых у меня давно не было, и которые тяжелее, чем жир. Вот. И объем у меня все-таки уменьшался, ну, так, судя по размерам, вот, моих рубашек, майк. Вот. А вес все равно, так сказать, примерно колебался так вот. Ну, ниже 200 фунтов я никак не мог сбросить. И вот я долго думал, что же с этим делать. Начал пересматривать свое мировоззрение в отношении, значит, сбрасывания веса. И когда-то очень давно я читал, что лучше всего, когда сбрасываешь вес, кушать дробно, то есть часто, но понемножку. Я уже вот где-то на сайте писал, что я, ну, я пробовал так, конечно же. Вот, но у меня получалось часто и помногу. Вот, и в результате, ну, сами понимаете, какой результат. Я пробовал 6 раз в день кушать, ну, и в результате у меня живот еще больше стал. Вот. Ну, сейчас я вот уже немножечко, как говорится, собаку съел на этом деле. И начал соображать, от чего же я поправляюсь, почему же вот так у меня не получается кушать там 4-5, тем более 6 раз в день понемножку. И выяснил для себя любопытную вещь. Вот, да не только для себя, наверное, для всех. Вот когда заходишь на кухню, да, это, знаете, вот как пьяница, рюмочку выпил, вот он до этого, не-не-не, только рюмочку. Рюмочку выпил, и уже все уходит, и давай вторая рюмка, третья бутылка и так далее, да. Вот с кухней примерно то же самое. Как только заходишь на кухню, сразу у тебя уже все, как говорится, в глазах темнеет, и ты уже там наворачиваешь и заедаешь щи шоколадом и все прочее, а если это делать 6 раз в день, так это вообще ураган. Понятно, да? И вот я думал, и, наконец, придумал, что лучше всего сделать, чтобы поесть. Вот пришел, поел и ушел сразу, моментально. Вот. Никакие там ни чипсы, мипсы там, никакие. Ну, всегда на кухне что-то есть. Котлеты, какая-нибудь колбаса, там сыр. Это все ешь, и у тебя живот там уже на 11 месяце. Вот. Ну, это присказка была. Значит, что я придумал? Я пошел в магазин. Вот, и на 2 рубля, на 2 доллара купил 6 вот таких штучек. Ну, тут у меня 2, ну вот 6. 3 красненьких оказалось и 3 зелененьких, да? Значит, что она из себя представляет? Вот эта емкость. Бог узнает для чего. Ну, для чего-то, для кухни, наверное, да? Вот, и в ней 150 миллилитров объем. 150, ну это вот меньше стакана чуть-чуть совсем, да? Дальше я нажарил котлет. Я сварил каши. Причем сначала я пробовал кашу из темного риса, из обычного риса. Не нужно, это вообще сплошные углеводы. Из темного риса лучше. Хотя он подороже, но оно того стоит.
Вот, а это у меня просто уже перловка. И вот я сюда кладу котлету, вот так видно будет, да, и перловочку. Я прихожу на кухню, я беру ложку и вот так вот, даже не разогреваю, чтобы время не терять, да. Причем вот что интересно, я давно об этом слышал, но это так оно и есть. Вот когда ешь холодную пищу, да, во-первых, много не съешь, она невкусная. Ну, сравнительно, конечно, да. Вот. А во-вторых, у тебя будет затрачиваться энергия, калории, для того, чтобы ее согреть внутри, да. Ну, она холодная, она из холодильника. Вот. И чтобы ее в желудке, когда она согревается, дополнительные калории уходят на ее разогрев. Понятно, да? То есть, ну, это тоже нам, как говорится, в копилку. Нам главное убрать калории из организма, убрать жир. Вот. И вот я прихожу, открываю холодильник, вот так вот, достаю, вот не глядя, да, беру ложку, потом, ну, закрывать уже нечего, закрывать, кидаю в раковину, чтобы потом помыть, и все, и ухожу. Вот однозначно, пришел, съел и ушел. И никаких соблазнов. Попробуйте. Я думал, я 6 баночек таких купил, зарядил 6 штук, но в первый день я съел всего 4. Вот, на второй день я съел всего 3. И вот так у меня сейчас в день примерно вот 3 таких баночки уходит. Ну, у меня 6 их все равно есть, я 6 загружаю, и мне на 2 дня хватает. Котлеты или, ну, не знаю, можно сюда кусочек мяса положить. Но смысл какой? Вот углевода, никаких жиров, кстати. Вообще никакого жира здесь нет. Ну, за исключением того, что там в мясе есть. То есть я не добавляю ни масла, ни постное, никакое. Вот. Мясо тут у меня, я даже не помню, говядина, по-моему. Вот. И вот такая каша. Насыщаешься вот так вот. Не то, что червячка замариваешь, а ну нормально, хорошо кушаешь. Я думал, мне 6 штук не хватит. А оказалось, вот даже 3-4 хватает вполне. То есть утром позавтракал. Ну, завтракаю, честно говоря, я немножко более расширенно. То есть у меня там стоит такой тазик с салатом. Вот. Причем салат только из зеленого всего. Там огурцы какие-то там, капуста, вот это вот, листовой салат, да. Вот. Тоже заправляю его соевым соусом. Ну, вроде бы в соевом соусе там очень мало калорий, да, никакого постного масла. Ребята, сливочное масло – это вообще смерть, веревка, да. Сразу вот такой живот будет. И постное масло тоже, оно, ну, немножко можно, но салаты заправлять постным маслом нежелательно, растительным маслом, потому что это все равно жир. Вот. Так что вот я заправляю чем-нибудь таким, уксуса немножко добавлю иногда там, вот, ну, говорю, в основном соевым соусом. Он, кстати, не пропадает, очень удобно, да? Вот, значит, немножко салата, вот это вот съел, и все, и ушел, да? Стараюсь не задерживаться. В течение дня, если просто, знаете, вот при таком питании хочется сладенького всегда, да? Вот, сладенькое что? Пожалуйста, там, я не знаю, яблочко, да? Яблоки вообще предпочтительнее всего, они все-таки не такие сладкие. Груши слаще, ну, тоже можно. Апельсины еще слаще, ну, тоже можно. Вот что-то из фруктов, там, не знаю, сливу, в конце концов, там пару слив перехватил, чтобы просто во рту, чтобы сладкое было. Хочется сладкого, ребята. Да, я согласен. Я люблю торты, пирожные, все такое прочее. Но вот яблочко съел, и вроде как полегче стало. И уже не думаешь, уже вот нет в башке вот такого тортик. Ну, я любил раньше покушать. Вот. А сейчас вот у меня внутри что-то такое переменилось, что-то, как говорится, сломалось, что ли, в хорошем смысле этого слова. Вот я просто делюсь с вами, как это делать. Значит, результат какой? Результат. Вот у меня никак с 200 не уходило, да, я вот сейчас этим занимаюсь, не знаю, неделю где-то, да, пошел вес вниз, ушел за 200, и у меня даже с утра вес всегда меньше, конечно, вечером больше. Вот даже с утра у меня один раз было где-то 192, вот так. Ну, вечером 195 фунтов. Это все в фунтах. Ну, все равно цифры. Ну, какая разница? Ну, там проще фунты называть, чем там, не знаю, 92,5 или 87. У меня сейчас меньше 90 уже вес. И я себя чувствую очень, очень хорошо. Вот, и, так сказать, и занимаюсь. И вот сейчас пытаюсь подтягиваться. Это очень хороший, как сказать, снаряд, что ли. Для худеющих и от живота, или для живота, кто хочет там эти квадратики, ромбики, да, вот. Вот. Ну, правда, подтягиваюсь я не очень много, я подтягиваюсь один раз, но это уже хорошо. Я имею в виду полностью, потому что
даже если я не могу подтянуться больше одного раза, я подтягиваюсь до половины или хотя бы на треть, или вообще пока тянусь. Вот пока я еще что-то могу, да, я делаю. Вот. Ну, я надеюсь, что дальше будет лучше. Вот. Ну, наверное, все. Вытарахтел все, что хотел сказать. А, у меня дама одна спрашивала, по-моему, вот какой-то такой вопрос задавала по поводу того, что у нее муж хочет похудеть, и вот никак не получается, и чтобы я с ней поделился опытом. Вот, ну, в частности, с вами я тоже делюсь. Вот так вот. Набрали вот таких вот баночек, мужу загрузили в холодильник, и как он ей захотел, сразу на, и все. Быстро съел, быстро, и пошел. Вот, и отлично. У меня получилось, у вас тоже получится. Всего хорошего, до свидания. С вами был доктор Влад, до скорых встреч.